Чувашия продолжает расширять сотрудничество с зарубежными странами. Реализацию совместных проектов глава республики сегодня обсудил с руководителем итальянского университета Стефано Бандекки. В Римском телематическом университете имени Никола Кусана намерены инвестировать в строительство инновационных теплиц. Земельный участок уже подобран, современный комплекс разместится в Мринско-Посадском районе. Здесь будут заниматься разведением семян и выращиванием рассады томатов. Глава республики пообещал всестороннюю поддержку итальянскому проекту в феврале на инвестиционном форуме в Сочи между кабинетом министров и университетом подпишут соглашение о сотрудничестве. Семена, которые мы привезем на территорию России, зарегистрированы под брендом университета имени Кусана. Это продукт высокого качества. В республике я сделал анализ спроса на семена и понял, что это будет выгодный проект. Он позволит вывести эффективные семена, которые раньше приобретали только в Европе. Очень приятно то, что, несмотря на определенные сложности между Россией, между странами Евросоюза, которые санкции представили, мы идем пошагово, и есть уже результаты нашего совместного труда. Прежде всего, он взял на себя ответственность, риски.